Всем привет! Это канал Cool Film. Сейчас я расскажу вам про новое клевое кино, которое называется «Невероятный Халк 2. Планета Халка». Итак, идею для этого выпуска предложил Валера. Короче, погнали! Данный фильм будет снят по мотивам одноименного комикса. Студия Marvel об этом уже заявила. Правда, съемки еще не начались, но сценарий к фильму почти дописан. Права на Халка принадлежат кинокомпании Universal, а Marvel имеет право показывать этого зеленого монстра только в качестве второстепенного персонажа в своих лентах. К примеру, как в «Мстителях». Он также может появиться в новом фильме «Тор 3. Рок на рок». Сейчас Marvel ведет переговоры с Universal, чтобы они разрешили снять еще одно сольное кино про невероятного Халка. Я думаю, что эти компании сумеют договориться. На Ютубе уже можно найти тизер к будущему фильму. Но он короткий, поэтому совершенно непонятно, какой будет сюжет. Нам просто показали, как Халк встает посреди дыма в темноте. Предположительная дата выхода назначена на 2019 год. Короче, будем ждать, когда уже выйдет первый официальный трейлер второго невероятного Халка. Хотите поиграть в клевые игры вместе со своими друзьями? Тогда заходите на сайт gameimba.ru. На нем собраны только самые лучшие бесплатные онлайн-игры. Короче, заходите на сайт и начинайте играть прямо сейчас. Ссылка в описании. На этом все. Всем удачи, всем пока. Ставьте лайки, а за-за, подписывайтесь на наш канал и ждите новых роликов. Всем пока.